Это случилось. В активно развивающемся районе Анапы появился многопрофильный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием. Отныне каждый нуждающийся может получить высококвалифицированную медицинскую помощь по адресу улица Ленина, 173А. Именно здесь открыл свои двери медицинский центр «Медград». В Анапе открылось новое учреждение здравоохранения. Это медицинский центр «Медград». Он оснащен по последнему слову техники. В новом специализированном медицинском центре можно получить помощь не только гинеколога, но и уролога, дермата, венеролога, терапевта, психотерапевта и не только. Мы очень рады предоставить для пользование нашими пациентами любимого нашего города курорта Анапы новый медицинский центр, который вот нашими стараниями тут будет открыт 7 апреля. Центр «Медград» расположился на перекрестке улицы Мелькова и Ленина, напротив храма иконы державной, рядом с магнитом. Сегодня они принимают первых пациентов. «Медград» – это люди-бриллиантики. Да, это люди, которые подобраны таким образом, чтобы, придя сюда, женщина могла пройти всех специалистов, хороших специалистов. Все с улыбкой, все радостно, все заинтересовано. И второй критерий – цена, качество. «Медград» вас ждет. Здесь подобран замечательный коллектив. У нас чудесные руководители «Медграда», которые к каждому своему доктору отнеслись очень по-доброму, но очень критично, и это очень важно. Врачи клиники доказывают своей работой, что медицинская помощь должна быть профессиональной, быстрой и доступной. Доктора «Медграда» – профессионалы своего дела, все с опытом работы. Основное направление, которое в нашей клинике, мы осуществляем, во-первых, восстановление здоровье женщины репродуктивного, лечим бесплодие, ведем беременность и лечение шейки матки с помощью современного малоинвазивного аппарата «Сюргитрон». Это радиоволновой метод лечения. Кроме того, мы оказываем помощь женщинам в климактерическом периоде со всеми его проблемами. С женщинам с нарушением менструального цикла, с маточными кровотечениями, с нерегулярными менструациями, тем, кто страдает воспалительными хроническими заболеваниями женской половой сферы. То есть мы охватываем, в общем-то, весь спектр заболеваний женской половой системы. Специалисты медицинского центра «Медград» занимаются диагностикой и лечением урологических заболеваний, применяя самые современные методики, позволяющие сохранить мужское здоровье на долгие годы. Весь набор наших урологических инструментов мы здесь будем использовать, в том числе и взятие анализов на те анализы будем брать, которые необходимы для уточнения диагноза. Понимаете, то есть ведь самое важное, что не пропустить инфекции. А инфекция может быть разная, не только передающаяся половым путем. Инфекция может быть и банальная, стафилококковая, стрептококковая, там любая другая, дрожжевая. Она может вызывать аналогичные симптомы. Поэтому мы должны вот такую проводить политику в отношении пациентов, чтобы вовремя провести диагностику и установление точного диагноза. В медучреждении предусмотрены благоприятные условия для современного ультразвукового исследования, биохимических исследований крови и физиотерапевтических процедур. Еще одно направление работы – косметология и дерматология. В клинике собраны самые современные и надежно зарекомендовавшие себя косметологические терапевтические технологии. Также стоит отметить, что руководство центра социально ориентировано. Как нам стало известно, клиника «Медград» принимает участие в программе помощи беженцам из Донбасса, а также установила щадящие цены для анапчан на все услуги врачей, обследования, включая УЗИ и анализы всех видов. Хочется пожелать руководству и коллективу клиники успехов, а ее пациентам именно здесь найти своих врачей. Приглашаем вас, приходите. Будут и скидки, и подарки в самое, значит, не только в самое ближайшее время, но и в течение года. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.